Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты обсудят сегодня проект транспортно-логистического хаба в Дубае. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Стороны обсудили стратегическое инвестирование и совместные проекты, точки роста, логистика, геологоразведка, IT и освоение космоса. В Абу-Даби называют Евразию приоритетным регионом, площадку для продвижения ближневосточных товаров создадут в Беларуси. Крупный логистический центр появится под Оршей. С сегодняшнего дня в Беларуси новая корзина иностранных валют. Меняется вес денежных единиц в ее стоимости. Теперь половину объема занимает российский рубль. Доллар сохранил свои 30%, а вот евро потерял 10%. Теперь у него только 20%. Нацбанк изменил структуру валют в пользу российского рубля, исходя из доли страны-соседки во внешнеторговом обороте Беларуси. Что касается доллара и евро, их удельный вес определяется на торгах белорусской валютно-фондовой бирже. Китай включил Беларусь в список стран, к которым применяется режим безвизового пребывания при транзите в третьи страны международными авиарейсами. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня. В зависимости от аэропорта граждане Беларуси могут находиться в КНР без виз от 72 до 144 часов. Туристы не должны превышать установленное время пребывания на территории КНР и не могут выезжать за пределы установленного района.